фантастика существует. Давай, блядь. Пытался этого дагестанского лихача успокоить. Где-то 2 метра. Вам понравилось? Очень. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Сау! Ассалам алейкум. Это Аса стал ежедневно. Находимся мы в Таджикистане, город Душанбе. Я не знаю, мне очень жарко. Мы вот вышли вот с утра, да, и вот 40 градусов тепла. Как жить, Таджикистан? Что ты со мной делаешь? Вот, например, в Таджикистане знают про Аса стайл. Ассалам алейкум. Вы знаете Аса стайл? Не знаете? Ха. От души. Не знают они. Салам алейкум, пацаны. Вы знаете, кто такие Аса стайл? Нет, мы не знаем. Ты знаешь Аса стайл, кто такие? Знаешь? Тоже не знаю. Спросим у спортсменов, местных спортсменов. Но они что-то убегают. Разговариваете на русском, да? Чуть-чуть, да. Вы слышали когда-нибудь Аса стайл такие? Да. Меня тоже знаешь тогда, получается? Вы танчва анализмку? Да. Слышал? Не знаешь? В ресторан Малика вы приехали. Пацаны, можно вас, да? Теперь, вы знаете, да, кто такой Аса стайл? Кавказский танец танцует. Знаем, да, знаем. Смотреть одно удовольствие, вот как вы танцуете. Вот. Мы по интернету видели, а так сейчас вживую вообще класс. Слов нет. Спасибо, спасибо. Наши края. Спасибо большое, спасибо. А как же он? Аса стайл когда-нибудь слышали? Да, смотрел по телевизору. Вот, тоже смотрел по телевизору. И как вам, вот, пару слов можете сказать, пожалуйста? Что, конкретно у меня задача? Мы на площади Самани. Это площадь в честь предводителя саманитов Исмаила Самани.
слышали про Састайл? Вот. В Ютубе смотрели эти ваши клипы. Ассалам алейкум, еще раз. Че стоишь здесь? А ты че стоишь здесь? Я ведущий программы ежедневника Састайл, а ты че здесь стоишь? Я готовлюсь к выходу. Хорошо, тогда давай. Че, че? Че, пришел танцевать? Хорошо, пойдем дальше. О, салам алейкум! Вот это, короче, национальная таджикская кухня. Вот скажи, как по-таджикски вот это блюдо? Плов это. На таджикском тоже плов, да? Ош на таджикском. Да. Ош. Ош? Ош. Можно, сейчас попробуем. Пойдем. Спасибо, дорогой. Браво. Ты же вроде собирался уходить, что ты здесь стоишь? Молодец, мою фишку взял, а ну, ты опять здесь, что он здесь ходит? Обман бои, рушно ист, так мини ист, луниати, энергетики, бахтари, омули бех души, разгори, мардум, ас. Слова Эмомали Рахмона. Вам понравилось? Очень. Хорошо, тогда давай. Рами, Рами, вот, Рами, мы с гостиницы слышим какие-то звуки. Что здесь, как ты думаешь? Свадьба, наверное. Саламу алейкум, брат. Как ты? Вот пару слов скажи, пожалуйста, как вот в этой жаре, как ты без тени вот здесь живешь? Уши твои такие горячие, блин. Это ежедневный Гасо Стайл, и мы находимся в Таджикистане, как и вчера, и позавчера, и завтра, и послезавтра. Что я вам могу показать? Вот я вам сейчас устрою маленькую экскурсию вот по этому. Вот, например, вот здесь все кушают, сейчас мы пойдем сюда. Он опять здесь. Ты что опять здесь делаешь? Гуляю просто. Он здесь за мной ходит, вы заметили? Вот где камера, вот там я, Миро, ходит, хочет в камеру постоянно лезть. Вот. На самом деле это безумно гостеприимный народ. Спасибо огромное президенту этой страны за приглашение. Не вставай, только побрать. Как тебе Чака? Чака супер, улет. Рами, вот как тебе Таджикистан и вот в целом твои ощущения в этой стране? А где? В смысле, ты не знаешь где? В Таджикистане? Ну да, ну как тебе? Красиво и жарко. Не-не-не, целое предложение, скажи вот хотя бы слов 8 и точку поставь, да, жирную такую. Природа, гостеприимный, хорошие, добрые люди, постоянно улыбаются. Амир, тормози! Так проходят наши дни и вечера. Здесь фантастика существует. Приезжайте в Таджикистан. Мы всегда вам рады, говорит Амир, когда остается здесь. Смотри, что за X6 там стоит. В самом пекле, короче, находимся мы, свадьбы. Все на меня так смотрят, я не знаю, Амир там уже с кем-то сдружился. Ла-га-да-да-га-да-да-га, джага-да-джага-да-джага. Суета, суета. Я увидел этот инструмент, вон он, вон он. Где-то 2 метра он. Это таджикская свадьба. Сау! Сау! Таджикская зурлада. Дух Кавказа, Эльмар, надо тебе такую купить. Эй, эй, эй! Сау! Как, душевно? Очень душевно, очень. В
В целом впечатление огонь. Самобытный народ, культура великолепная, богатая, насыщенная. Да, есть схожие моменты. Это все фанаты твои. Че, поехали? Короче, находимся на Формула 1, эти наши претенденты на первое место, номер 1, номер 2, номер 3, Гибека, Мир и Лес. Сейчас мы узнаем, кто же победитель. И первый пошел, дал. Второй пошел, дал. И третий, 140 километров в час за 2 секунды. Молодцы, ребята. Почти, но Элез не сдается. Амир хочет догнать, Гибек не разрешает обогнать себя. И резкий поворот на право. Во, Элеза заносит. Пытается обогнать, но ничего не получается. Приехал. Они приехали, вот. Как тебе второе место? Я, короче, пытался этого дагестанского лихача успокоить. Теперь на первом месте у нас дагестанец, на втором кабардинец, на третьем осетин. Не знаю, очень плохие дела у осетина. Воу, что он там делает? Этот хитрый человек умеет вырываться на первые места. Срезал. Так можно развеять? Так тренируются молодые таджикские гонщики. Так, наконец-таки дагестанский гонщик вырвался на первое место после двух проигрышей кабардинцам и ингушам. Судью намыл! Как бы он ни старался, у него не получилось, но молодец. Старания тоже приветствуются. Все, давай, брат. На связи.